Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 31 октября. Преподобные Спиридон и Никодим, просфорники печерские, 12 век, 30 лет исполняли свое послушание, пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игумене Пимени 1132-1141, уже не молодым человеком. Подвижник сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов. Еще при жизни преподобный Спиридон был прославлен от Бога чудесами. Известен случай, когда он потушил мантии загоревшуюся пекарню. Огонь погас, а мантия осталась целой. Святой Никодим трудился вместе с преподобным Спиридоном и вел такую же строгую жизнь. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.